5 секунд отсчет я даю. 4, 3. А, стоп, это еще что такое, ты чудо выбежала. Ну, no гоу, пофиг. Сейчас, подожди, нет, нет, нет. No. Давай 10 секунд заново. Ну, ты... Ну, я уже написал, чтобы гоу. Хорошо. Все, начинается у нас матч. Долго, какой-то европейский комментатор долго-долго вообще в самом конце сейчас выбежал, когда уже отчет заканчивался, то есть не знаю, откуда он там появился. Итак, матч РМПМ против Дабл Шаман Варлока. В принципе, матч, мета-игра, она интересная, но если... Интересное начало, очень классное, да, но потом, когда у РМП не остаются инструментов для влива, не остается всего... Dreams. То игра такой... Опенится Акалимист. И идут, они в них не успевают, наверное, что-то. То есть они что-то тут... Что они вообще делают? Куда Калимист еще, где он появится? Да, не, смотри, играет Варлока, а вот уже разная игра, опенер не поднимал. Блайнд по Дримсу полный, кстати, да. Не тренкует он этот блайнд, 50% лока и завтра телепорт. И уходит. Кончается игра, блайнд, игра, сейчас шаману, будет нахиливаться. Да. Дефриз по шаману. То есть хотят они забрать Варлока, но ничего у Лока не получается, ну, он уже койл дефенсивный сдал. Возможно, ну, тут такая напрашивается шип по дефризу, но под двумя шаманами это, конечно, это что-то будет безумное. Опять уже убивает свап все элементы ватер элементаля у Зика, и что будет делать РМП? Не очень впечатлительный такой опен получился. Да, то есть как-то не вошел дэмэдж. Сейчас кончается дота, появляется новый дота на Кале месте. Шип пытается скастить тут Зика, конечно же, очень жалко будет, но послабся, он дает шип и дефриз по Дримзу, и пойдут они в Дримза, да, пойдут? Получает он кидный шот, 65% хп у него, скоро из мана бернет его, его ли только, не свапся. Манатайт же был сдан. В смысле, бернить шаман, мели шамана бернить, это, по-моему, совсем вообще... Тоже, потому что манаберн был скастован, а манат у Дримза не убавился, он был тотем. В хексе сейчас бегает Зика. Угу. Скорость за 70% хп, киднэй полный по свапсе идет. Но не, ничего сильного... Это неубедительно вообще сейчас, на самом деле, вот РМП сейчас это играет. И сейчас еще полный херей бежит с КЕ, он водфейт и дисполит со остальных, хотя нет, не дисполит. Как-то непонятно, то есть они не просадили никого, не выпили вообще ничего, ни НС-ку, ни... Ну что, его сейчас заход пытаются сделать по Скоизу, шаман доходит... Заезд хороший-то будет, на самом-то деле. Да, неплохой заезд, нет, но потом я еще говорю, можно... Стоит вопрос нови, можно, не хочет вообще заходить за колонну, потому что шип ему сразу прокастовывают. Пока Калимист сидел на центре один против Скенза, он уже словил полный пакдот, который только что снял Койл, кстати, он поймал Кошем. Калимист, да. И с тучей идут по свапсе, свапсе сразу же выходит из этого. Не стал он ждать. И Калимист сейчас на локе закрепляется. Нет никакого ЦС сейчас под Римза, так что он, думаю, спокойно должен выхилить. Хекс по Зика идет. И полная пачка дотов на нем. Получится ли закрепиться у них? Нет, как-то все же сразу снимает Калимиста, все равно как-то много раскаски идет. Дрим себя чувствует вообще просто отлично, ничто ему не угрожает, как его напарником, РМП. Конечно, не и получается, не получается продамажиться. Со вторым шаманом. Нужна игра, и нужна игра единого рестора, что это как-то совершенно неубедительно выглядит, попытка просадить Варлока или рестор шамана. И особо она ни к чему не приводит. Вот сейчас по Дримзу дефрис и свитчили, 50% хп у него киднэм получает. Есть у него еще ИНС-ка и тотем. 24% заездка, сейчас, наверное, хп нахиливает свапси его. Ну хотя да, свапси получает импакт в хил. Пытается прокастить хекс по Зика, но как-то... Но все равно, видишь, тоже въехали, такой въезд вообще и просто. Получается как дабл хил чуть ли не с Варлоком, когда надо, потому что мили-шаман все равно сможет нахилить. Еще всегда знаю, что свапси играет, он всегда играет. У него таланты... По свапси свитч, у него 50% хп, киней полный, на нем заходит. Шаманистик он использовал, шаманистик это все же много, а? И сложно будет его так пробить сходу. Тем более у Калимиста... Но тем временем у Калимиста 17% у него проблемы, а Коши еще нет. И да, зубы, сдаются зубы вообще, и пока сдаются зубы, Фире, уже сильный вес по Зика, у Зика тоже те же самые проблемы, нужно будет смотреть. Лок, 50% еще койл в кое из Коиза. Вся РМП просто сейчас разрывается, я не знаю, сейчас можно переходить можно теперь, на Калимиста, у которого, быть, у которого до сих пор нет вообще ничего, 4% хп и... Планкет был сдан по Коиза. Кош, нажал он Кош, бегает, живет пока каким-то чудом. Один, у одного, у Роги 15% дефенсив. Чипшоты с тучей, типа Энхо. Каким-то чудом вообще выживает сейчас Калимист, как Зика еще живет. С КС кастует диван гимн, которым, да, чуть-чуть, конечно, это
Это помогло. Он свапки 30% хп. Дрим с полным шипе. Нет, не шипе, он был дефризинг, который он тринканул и поставил наконец тотем. Видим, это тотем. Ух, как-то почти. Это скачки. При смерти была РМП. При смерти сейчас была РМП, но смогла сходу выбить и дринку, и тотем. Интересно. Да, неплохо, на контратаке сыграли, и Скорис вытянул своих. Это, конечно, серия долгая была, ЦЦ по нему. Шаманисты сейчас используют свапси. И нужно, конечно, цель поменять. Шаманистик. Ну, можно, конечно, шаманистик пробивать, если сейчас свапси продолжит лосить Дримза. Ну, если он тогда будет наглеть и заходить, то, конечно, ну, уже щитом, конечно, видишь, щитом он сразу выбегает, да. И идет по ватер-элему, бедный ватер-элем. Когда вообще у магов тут появится хоть один элем, чтобы можно кидать эти фрост-новы свои? Дефриз дается по свапси и свитч идет по нему. На Дримзе никакого ЦС нет, так что у меня сейчас будет. Ну, Дримзе пока еще и тринка нет, может, ему да можно организовать, если весь бёрд скоординировать и дать. Кстати, Гимноману скорее сделает. Блайнда тоже нет у Калиниста. Все равно, что-нибудь, если получится дать какое-нибудь кольцо. Трипл фир сейчас поймет. Трипл фир, кстати, по использованию сейчас еще и финда, и неприятно, сразу фиряется она полностью, не за дисплей. Да, за дисплей был только что и СКС, но, конечно, времени осталось на ней не так уж много. Неплохо так. Но все равно Dreams, да, Dreams очень далеко. Никаких предпосылок к тому, что сейчас он получит контроль, нет. Дик сейчас будет лос ходить, вытягивает его. Катя, свапси. Волки пошли, свапси. Меньше половины хп. У Зика 25%. 36 хекс получается КС. И получится, нет, не закрывают КСом Зика. Поэтому сразу же, конечно же, Кикерс и какой-то нахил. Теперь Скайел бежит в полном фире. Еще 5 секунд он будет в фире. Сейчас довольно-таки сильно продолажит Джекбосса. Ему придется, конечно, забегать за колонну, чтобы пролосить свапси. И Скайел начинает нахиливать. Дескойл в Скоя и... 38% хп у него. И смотри, сам Приз просаживается, использует Divine Desperate Prayer по себе. И уходит. Кольцо тут на деф ставится. Что же Калимист? Калимист идет по локу. Дает он ему чипшот. Полное кольцо стоял Энг, и дефриз был под Римзу. Шип теперь с блайдом. Ах, вот она промашечка была, конечно. Да, одновременно немного, полный немного. Шип с блайдом ушел под Римзу, который за три. Здесь этот контроль настолько важен, и да, сдать его одновременно, это, конечно, это большая потеря из потери вообще. Зашел бы он ровнее. Но с другой стороны, сразу тринкет он сходу отдал. Тотем у него будет через 30 секунд. В принципе, какое-то небольшое окно. Вот пока нет этого тотема. И НСК нет. Пока нет вот этих кулдаунов, что-то можно придумать. Но если как только у Дримза появится и НСК, и тотем, то... КС был по Зика. Я не думаю, что РМП после этого что-то может сделать. Продолжается игра. Переходит, да, команда, помогу, переходит команда. Сейчас такой бегает за колонну, кстати, в игру включается Dreams. Прибегает Dreams сейчас, как-то буржит, сжимает Dreams, причем интересно. Dreams ничего, беспокоится, у него уже есть тотем. Да, есть тотем, то есть он хочет. Пока Калимис сейчас сильно будет уезжать, 30% хп, бланкет идет по Скоизу. У Калимиста Коша-то, кстати, нет вообще, еще долго его не будет, есть, конечно, тринкет, но зачем тринкет, когда на вам... И полные доты заходят по Скоизу, тоже мана у него потихонечку кончается, будет ли по нему свич. Где у нас свапси, такой красивый раскайт. Свапси идет по... И полный эфир на Калимисте, и въезд по Скае с Дескойлом, и собаки, вообще все, что можно, зубы используют. Бланкет еще КС Хексом удается, чтобы он вообще... И до сих пор он Хекс, представляешь, доты-то работают, доты тикают, хоть и в зубы, но все равно Хекс еще висит, прибегает Варлок, сейчас, наверное, будет еще какой-нибудь... Все, падает Скае, да, добегает до него и Варлок, и свапси одновременно, и добивают они Скоес, ну... Были какие-то моменты, но какой-то, на самом деле, да, старт был не самый такой...